Добрый день, меня зовут Ирена Грегор. Я актриса 83-го года рождения. С отличием окончила ГИТИС в 2006 году, мастерская Александра Шалыча Пороховщикова. Я родилась в Молдавии, в городе Кишиневе, окончила там театральный лицей, училась в Институте искусств. После уехала учиться в Америку по программе обмена студентами, участвовала там в театральном конкурсе монологов и заняла первое место. Служила в Московском музыкально-драматическом театре «Арлекин». Я свободно говорю на английском языке, на румынском, разговорный чешский, базовый, французский и испанский. Из профессиональных навыков – вокал, танец, вождение, велосипед, коньки, ролики, плавание. Я занимаюсь йогой, а еще я художник, рисую яркие жизнерадостные картины. Буду рада сотрудничать с вами и хорошего вам дня!